А вся правда в том, что каждый год в связи с тем, что цены на нефть падают, снижается цена на газ. Да. $212 стоит 1000 кубов газа для Республики Молдова. Умножьте 212 на 19,0, и вы получите в среднем 4 лея за 1 куб. То есть цена поставки этого газа 4000 лей. Поднимает цену на газ, при том, что она уже за 6 лей, и еще больше поднимает. С чем это связано? Давайте разберемся. Чья это компания? Это компания российского «Газпрома». «Газпром» вроде с одной стороны снимает цену и говорит, мы вам даем 212 по формуле. С другой стороны, руководство «Газпрома» получается через контрольную ей организацию 50 плюс 1 акция, через «Молдовагаз» поднимает цены на газ. И руководство «Газпрома» более 20 лет наблюдает за тем, как эта компания из года в год генерирует убытки. –